Если нажать сочетание клавиш F3 плюс G, то мы сможем увидеть границы Чанка. И как раз таки сейчас мы находимся в Чанке, где находится моя ловушка. Активируется она слишком просто. Просто ломаем вот этот блок, и, ребята, все это дело просто-просто ломается. И вы только посмотрите, какого масштаба моя ловушка. Ровно в один Чанк. Ну и сегодня наша задача развиться с полного нуля. До алмазки на сервере Aris Mine, на котором 11 числа будет глобальный вайп. Заходите 11 числа в субботу. Окей, что мы имеем? Мы имеем ровно счетом ничего, поскольку в моем инвентаре пустота. Поэтому прописываем команду WAND. А, черт. Защита территории. А все потому, что сегодня мы играем где? Правильно, на анархии номер один. И здесь топориков просто-просто не существует. Что ж, ладно, пойдем по самому сложному пути, а именно... без оружия. Напишем сейчас следующую команду, а именно, кто по ПТП, я на РТП, без трапки. Ну и теперь просто-просто ждем, пока к нам кто-то отправит телепортацию. А за это время ты можешь подписаться и поставить лайк. Кстати, подожди, ко мне, ребята, сразу телепортируется чел. Давайте его примем сюда и отрем... Да ладно, это албасник, подожди, да ладно, да, нет! Он кинул перку и выжил. Черт. А это все потому, что ты не поставил лайк и не подписался, поэтому делай это прямо сейчас. И не забывай про колокольчик, самое главное. Ну что ж, а я вам предлагаю вооружиться одним блоком, например, вот этим блоком песка, потому что если мы его поставим, то, опять же таки, эта трапка просто-просто сломается. Поэтому я думаю, это будет намного быстрее, чем ломать просто-просто блок. Ну и опять же таки, пишем в чат следующую команду, а именно, кто в ВТП, я на РТП без трапки. Да блин, они сразу телепортируются, чё за бред? Ладно, ребята, ко мне сразу телепортируется Crystal Girl. Это какой-то чел и... А где... Блин, а где мой блок? Я же его... Я его выбрал себе, походу. Ладно, ребята, неважно. Поскольку мы слили какого-то челика, получили за него 60 долларов и 1,5 опыта. Ну и давайте вас посмотрим, что это. Да ладно. Да ладно, ребята, это прыжки не закосный кистарт, даже с щитом. Но инструментики у него вообще не закосные. Вот за это реально лайк. Но мы тем временем продолжаем писать в чат данное сообщение, а именно кто выпадет, я на РТП, и ждем просто-напросто телепортации. Вы не поверите, но ко мне сразу телепортируется какой-то чел. Я, ребята, честно говоря, не знаю, кто это, но в любом случае... Это кистартер. Ребята, я даже не думаю, то, что против него надо использовать ловушку, поскольку я такой же кистартер, как и он, и я думаю, мы его сможем загасить, поэтому, братан, умирай, последняя тычка, и... на! Все. Так, ребята, у него не было, к сожалению, яблочко, но зато это покосный кит-старт. В любом случае, пропишем эндер-сундук и складируем его броню сюда. Вдруг на салют это будет наша запаска. А запасок много не бывает. Так, ребята, я опять-таки хочу вооружиться одним блоком, потому что куда-то я свой блок выкинул. Главное теперь этот не выкинуть и просто поставить его вот сюда. Вот и все. Так, ребята, ко мне отправил чел. Нет совести. Давайте посмотрим инвентарь, потому что ко мне уже телепортировались много голеньких. И я не хочу, чтобы это был голенький. Подожди, это, походу, какой-то алмазник. А ну-ка пишем ТП-УЕС. Быстренько его убьем и. Ребята, это алмазник, черт, ставим блоки! Все, братан, да. Нет! Я с ним полетел. И разбился, да. Но ничего страшного, я поставил там сет-хом, поэтому пишем хом 2 и... О май гад, ребята, ресурсы, отлично, смотрим, что я с него выбил. Это обычная алмазка из набора гидры. Подожди, а человек-то был игроком? Откуда у него набор гидры? Непонятно. Но в любом случае, наша броня, которая была на мне, отправляется опять-таки в эндер-сундук. И мы меньше за 3 минуты развились уже до алмазки. Ну, ребята, это кайф. Опа, ребята, спустя минуты я поймал... Да что за ники? Ни сего странного. Так, давайте, ребята, будем смотреть инвентарь, потому что мне не нравится то, что... Это алмазник. Ребята, это алмазник. Это... Подожди. Это сервер. Подожди, братан. Блин, у меня стрела нету. Ладно, ребята, главное немножко попехаться, чтобы войти в его доверие. Немножечко захаваем яблоко. И, о май гад, ребята, походу это читер. Посмотрите, как он меня бьет. Ваши догадки в комментарии, читер он или нет. Ну, ребята, мне кажется, что это действительно читер. Посмотрите, как он быстро перебирает вещи в инвентаре. И... Подожди. Ломаем блок и... Да. О, да, он прыгнул, ребята, прямо в ловушку. Да, немножечко, ну, умный чел, так сказать. Ребята, подбираем его шмотки. Что это было за шмотки? Это набор сервера. Ребята, что-то все очень подозрительно хорошо идет. Странные ники, хорошие шмотки. Что-то все очень реально странно. Ну, если мы пропишем эндер сундук, то у меня уже он весь переполнен. Поэтому было принято решение сделать небольшое убежище. Ну что же, было принято решение сделать дом в моей ловушке. Почему нет? Ребята, все-таки играем мы на анархии. И дома на поверхности здесь как бы, ну, не принято строить, потому что их просто-просто разбомбят. Ну, а в этом маленьком пространстве, я думаю, мы должны сделать себе правильно верстак, а в верстаке уже сделать себе что? Правильно, первый сундук. И в этот сундук складируют всю нашу бронюшечку. И вам не кажется то, что здесь слишком темно? Поэтому немножечко все дело осветим, как бы, чтобы здесь криперы не появились. Ну и теперь, кстати, мой эндер-сундук вообще полностью пустой. Посмотрите на эту красоту. Ну, я вам предлагаю снова пойти на хом 1, как бы на свет, и зазывать сюда игроков. Вот только блок один мы вскопаем все-таки. А то
блин, я что-то забываю. A few minutes later. Спустя несколько минут ко мне телепортируется призрак S. Давайте, ребята, сразу будем смотреть в инвентарь, потому что дофига просто голики телепортируются и... Опа-на, опа-на. Это уже, ребята, очень интересно и... Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, видимо, я не того напал и... Я снова забыл стрелы, камон. Так, подберем его стрелу. Оп, отлично, ребята, все, стреляем по нему и... Подожди, он мне достаточно много наносит. Меня это смущает, братан. Что у тебя такая за броня интересная? И у него, ребята, есть перки, а значит, он может выбраться из моей ловушки просто-напросто, запросто. Че я сейчас сказал, но сам не понял. Короче, предлагаю немножечко отхилиться, немножечко попехать и пойти на мою ловушку. Поэтому, братан, давай, иди сюда. Подожди, я ему хотя бы что-то сношу. Подожди, сколько я ему сношу? Подожди, стоп! Я ему сношу, ребята, по сердечку. В принципе, неплохо, но меня это не устраивает. Поэтому идем в нашу ловушку. Давай, давай, давай. Цип, 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 иди сюда. Давай, давай, давай. Благо, ребята, блок у меня есть, поэтому просто он бежит за нами. Окей. Ставим, ребята, здесь блок и. Да, да, да. Есть, ребята, все, он упал в нашу ловушку. Интересно, разбился или нет? По всей видимости, да, потому что я не вижу его шмоток, точнее, даже его не вижу. Поэтому телепортируемся на Home 2 и. Ой, где я оказался? Подождите, подождите. Оу, ребята, шмотки, отлично, это за один. Подожди, то же самое, что у... Окей, то же самое, что у меня. Ну, в принципе, неплохо. В любом случае, это все можно положить в эндер-сундук. И самое главное, у нас есть стрелы. И лук тритона. Это вообще шикардос. И самое главное, еще перк есть. Вау. Так, 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 ребята, поймал телепортацию от тазик унита. Что за бред? Что за ники? Камон. Я, ребята, не верю, что здесь такие челы играют, но здесь. О-о-о-о-о-о! Блин, ребята, я не знаю, телепортировать или нет. Но, блин, у нас мало времени, буквально 5 секунд осталось, поэтому. Давай. Блин, зря я, наверное, его принял. Ребята, есть только надежда на ловушку, хоть... А, у него тотем в руке. Парни, Габелла. Ладно, убегаю от нашей ловушки подальше, чтобы он там не заспавнился в следующий раз, потому что он, скорее всего, меня просто-напросто убьет. Но пытка не... Хотя, ребята, тут вообще без вариантов. Походу, тут 2000, я умер. Ну, окей, ребята, просто хаваем яблочко, быстро хаваем яблочко и быстро бежим в нашу ловушку. Все-таки, ребята, у нас есть возможность его скинуть, поэтому почему бы нет? Вот только у меня хпшек вообще уже нету, черт! Перка, 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 спаси меня, пожалуйста. Все, ребята, я откину перку, главное, что ж... Так, тише, 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 ребята, бежи, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Так, ребята, пока что его нету, окей. А, вот он. Блин, ну появился говнюк. Но ничего страшного, натягиваем тетиву такие на... Да, ребята, главное дать ему КД. Все, ребята, дали КД. И давай, 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 да! Мы его скинули. Но, ребята, блинский, блин, у него тотем. Он не убился, черт! И что мне сейчас делать? Либо он будет меня там поджидать, ну, либо я к нему спущусь. Блин. Мне кажется, то, что это безвыходная ситуация. Либо он меня убьет, либо он меня просто будет тут таргетить. Поэтому, ребята, телепортируемся на Home 2 и попробуем просто разослить. Давай, братан, нападай. Кто кого? Давай сюда, сюда, сюда. Просто, ребята, жесточайшего комбим. Не знаю, у меня мечик на О1. Ну, точнее, остроту О1. Поэтому, в принципе, если мы постараемся, то у него полблона уже нету. Подожди, у него 3 хп. Подожди, стой. Home 3, быстрее, 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 ребята, берем вещи, быстрее, всякую фигню берем. И максимально, ребята, сейчас будем его таргетить, потому что у него осталось всего лишь 3 хп. Давай, 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 ребята, таргетим, 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 таргетим. Сколько хп? Давай, 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 3, 4, 1 хп. Давай, сюда, сюда, давай. Нет! У него пол сердечка, пол сердца. Подожди, где моя запаска? Вот, вот, ребята, моя запаска. Просто быстрей, быстрей, максимально, ребята, быстро. Если мы сейчас можем его загасить, это просто будет что-то с чем-то. Сразу, ребята, Z3, камон, давай. Да что, что, не можешь выбраться отсюда? Не можешь выбраться, да? Ой-ой-ой, как мне тебя жалко. Подожди, а у него... У него тотем, ребята, проиграл или что? Подожди, стой! Есть все, ребята... Блин, нет, походу возможности уже нет. У меня больше ресурсов нет. Ё-май, нет, 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 нет. Походу, ребята, у меня реально ресурсов больше нет, только осталась одна алмазка, но я ее не хочу тратить на этого челика, потому что... О-о-о-о-о-о-о-о-о! Тише, 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 тише! Братишка, все, тише, просто немножко помолчим, помолчим, немножко тебя побьем. У кого нет меча? У кого нет щита? У тебя, а у меня есть, до свидания. Блин, у него 4 сердечка остается. 4 сердца. Я не знаю, смогу его закатить или нет. Давай, пожалуйста. Ладно, ребята, все. Я отчаянный, получается. Поэтому, братан, извини. Но ты у нас умираешь. Да ладно. Ребята, я поставил все на кон и получил за тройку. За тройку за 10 минут этого ролика. Это было жестко. Это реально было жестко. Что ж, КД прошло, быстренько положим все это дело в эндер-сундук. Быстрее, 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 потому что, ребята, очистка не за горами. Поэтому телепортируемся на Home 3. И все это добро складируем вот сюда. И, ребята, я думаю, вот эту броню, которую я выбил, а именно за тройку, пока что не надевать. Потому что сейчас на анархе всего лишь 135 игроков. И их можете заметить, как бы здесь очень много гидов.
гидр и игроков. Поэтому мне кажется, что смысла одевать за 3 вообще нету. Поэтому мы лучше ее сделаем с запаской. Почему бы нет? Потому что возможно, челик телепортируется за 4. Я его сюда скину и потом просто одену в Z3. Ну, я думаю, это будет логичнее. Поэтому, ребята, все, ищем следующего челика. Ребята, не поверите, но у меня телепортируется вот этот молодой человек. Если вы знаете, кто это, напишите в комментариях. Посмотрим, сколько нас. Но принимать я его не буду. Пошел он в жопу. О, подожди, сразу, ребята, кто-то еще телепортируется. Давайте мы быстренько посмотрим его инвентарь. И, ребята, у него... Ой-ой-ой, острота 3. Блин, ну не, у меня, ребята, уже нет времени просто взять тот шмот, поэтому принимаем его. Это у нас гидра. У гидры острота 3. Откуда? Ладно, ладно, ребята, неважно. Меньше глупых вопросов, больше ПВП. Он мне дофига наносит, ё-моё. Походу, ребята, я встрял. Хотя у меня есть перышки, поэтому кидаем вот туда, на территорию моей ловушки. Давай, перышки, телепортируй, пожалуйста. Во, все, отлично, прям сюда. И, ребята, нужно добыть один блок. Как раз таки вот этот песчаный пойдет. И где он? А у него что, перышек нету? Подожди, это очень... А, нет, есть. Говно. Ладно, ребята, в любом случае, мы хаваем вот эту штучку. И самое главное, просто-просто его зазываем в нашу ловушку. Братан, давай, иди за мной. Сюда, сюда, сюда. Давай сюда вот так. Оп, давай еще. Оп. И просто это ставим блоки. Ну, немножечко ты не отхилился. Да, отхилился ты стейком. Но немножечко попал в ловушку. Итак, ставим ставки, что там за броня. Телепортируемся на Home 2. И, ребята, смотрим. Это у нас обычная алмазка. Ну, хотя, может быть, необычная. Смотрим, это, ребята, защита 2, но. А, это набор по. Откуда набор Пандара у гидры? От столько вам вопросов, так мало ответов, слушайте, реально. Но в любом случае, ребята, давайте переоденемся. Все-таки за 2 это не за 3, который у меня лежит вот здесь вот. Ну и статируем его обычно в наш снучок. Блин, офигеть, ребята, вот это шмотки, я понимаю. О май гад, ребята, спустя 5 минут ко мне телепортируется чел. Давайте даже не будем смотреть его инвентарь. Ой-ой-ой, вот это я зря. Почему я не посмотрел инвентарь? Почему? Ладно, ладно, ребята, надеюсь, что у него просто-просто набор феникса. Почему? Хотя да, ребята, смотрите, я ему луком наношу очень много сердечек. Смотрите, мы можем просто-просто луком следить, потому что я ему наношу по 5 сердечек. Да ладно. Блин, не успел. Ладно. Просто, ребята, продолжаем его спамить луком. И давай, еще чуть-чуть осталось, ребята. Мы сейчас его сольем луком. Да ладно. 0-2 сердечко. Давай. Мы его сольем луком. Да ладно, это, походу, это кит был. Незакоцанные инструменты! Ой, братан. И ко мне телепортируется, как обычно, Мелон Ютен. Вот, ребята, что вы думаете, принимать его, либо нет? Ну, он же знает, что у меня ловушка. Ну, по-любому знает. Так, ладно, ребята, разберемся вот с этим, недоразумением. И давайте мы добудем один блок, как раз-таки здесь, по-моему, была кирка. Нет, кирки не было. Ладно, добываем песчаный блок, и давайте мы примем этого типа сюда. Хотя, знаете, я немного передумал. Да, я передумал. У предыдущего типа, в котором я чекал инвентарь, у него были зелья силы. Поэтому я решил то, что мы можем посходить на варп-маркет, поскольку если мы пишем баланс, то у меня будет на балансе 3000 долларов. Мне как раз таки хватает, чтобы зайти в травника, нажать на купить предметы и купить себе зелье силы. Покупаем за доллары. Оп, отлично. Ну и что ж, ко мне снова телепортируется этот мел. Окей, ребята, на этот случай, на этот случай, у меня припасен вот этот кит. Поэтому давайте мы как раз таки в нем сейчас и оденемся, даже меч крутой возьмем, и я думаю то, что его можно принимать. Блин, ко мне кто-то еще телепортит. Да, ё-моё, вы задолбали телепортироваться. Ой-ой-хо-хо! Куда мы летим? Ну что ж, ребята, я думаю, то, что вы готовы, поэтому давайте мы сразу блок, где мы блок? Вот он, ребята. Сразу блок достаем на всякий пожарный. Не знаю, ребята, по-моему, на него ловушки не работают, но в любом случае, принимаем сюда, просто быстро даем КД. Ё-моё, ребята, он какой-то жесточайший. Ладно, пьем зелье силы. Здорово, сюда, братан, иди. Сюда, да, он, ребята, он видит мою ловушку по-любому, потому что он отошел на дофига блоков от нее. Ну, блин, зачем я его принял? Ну, ладно, ребята, в любом случае, мы его тоже гасим, мы ему наносим очень хороший урон, подожди, у него очень мало сердечков, все, да, минус тотем, есть. Но, ребята, у него еще один тотем есть, блин, я не знаю, что с ним делать. Убивать, либо же кинуть его в ловушку, блин, вопрос жизни и смерти. Но, пока что, ребята, давайте будем с ним пвпкаться, в принципе, у нас практически похожая броня. Правда, у него за 4, у меня за 3, неважно. Кого это, так сказать, волнует? Просто, ой, какой тебе щит, братишка, тебе это не поможет, потому что у меня тут недалеко ловушка, как бы у меня меч крутой, поэтому... Давай сюда, ну давай. Да блин, ребята, все, он запалил. Я тут очень криво поставил приват, к сожалению, но... Да, еще место тем, камон, куда летим, братан? Ну он же сейчас просто ливнет, я же его знаю, он просто будет ливать. Вонючка, дрянь. Ладно, ребята, ставим, есть? Нет! Да ладно, он пробежал сквозь эту ловушку. Я никогда не поверю в эту. Ребята, я... Что? Он просто пробежал сквозь эту ловушку. Каким раком? Как это вообще придумать? Подожди, как? Ну все, ребята, я его не слил. Знаешь, меня ждет таргет жесточайший. Да. Вот первый пошел. Вот здесь вот недалеко второй. Ну, конечно. Ладно, ребята. Выходим с игры. Немножечко подождем и вернемся, когда они уйдут. Короче, было принято решение просто-просто переместить нашу ловушку. Переместить наш весь инвентарь сюда.
Ну, здесь как бы самые крутые шмотки. И самое главное, ребята, мы отстроили вот такую ловушку. Вот она в один чанг. Могу, конечно, продемонстрировать, но мне кажется, не стоит. Вы мне и так верите. Ну, я надеюсь, что верите. Как раз, ребята, вот дырочка, блин. Не доделал я, конечно, эту ловушку, но в любом случае, зато теперь точно поверили. Напишем в чат вот такое сообщение, кто ВВПГ на РТП, голых килл. И пока, ребята, ко мне кто-то телепортируется, давайте мы сортируем наши ненужные шмотки сюда. Ну, точнее, запаску. А остальное просто-просто оставимся в инвентаре. Надеюсь, что меня сольют. Так, ребята, ко мне телепортируется чел Амир 2001. Окей, Нет, стоп, я не совершу этой ошибки. Сначала, ребята, посмотрим инвентарь. У него... Блин, набор Кронос. Так, ладно, ребята, я на свой страх и риск принимаю его. У меня за 3, в принципе, я думаю, что мы справимся. Это это игрок, ребята. Вероятностью 80% это будет читер. Не знаю, насколько это правда, но в любом случае, ну да, походу, что так. Ё-моё, ну на что я нарвался, опять же таки. И еще, ребята, я не помню, где моя ловушка, и я даже блок себе не положил. Быстро, быстро, давай в свой блок. Оп, отлично, есть. А ну-ка, цып-цып-цып-цып, сюда. Сколько я, ребята, ему наношу? Я ему наношу всего лишь по одному сердце. Что у него за броня? Подожди, братан, просто вот так вот в ловушку. Оп, все. Да, Саня, прыгай. Нет! Черт! О май гад, ребята, что мне с ним делать? Окей, у меня на этот счет есть еще какая-то броня, в принципе, за 2... Ну, за 2 я, походу, его не солью. Капец, как я мог так тупо слиться? Так, ребята, ладно, с богом, не знаю, насколько это правильное решение, но мы ему ломаем щит и просто погнали его жесточайше фигачить, но... Блин, ну, пацаны, это, походу, что так вонючий. Хотя, подожди! Я его... Что? Подожди, я его сливаю, это же... Это за 4... А, это за 3. В любом этом случае, за 3, камон. Это, походу, еще и читер был. Просто это вдвойне. Вот за это лайк и лайк. И лайк. Подписка на колокольчик там. Подписка. Ай, что? Быстро снимаем эту вонючую шмотки. Просто вот одеваемся в за 3. Просто, ребята, у меня есть терперки. Что? У меня есть мечик. Ребята, у меня все есть, теперь, камон. Вот это реально эпик. Ну что же, было принято решение еще одну сделать такую же халупу, как на прошлой хате. И сюда сгазировать наши все шмотки. Потому что у меня, ну просто посмотрите, ребята, на мой эндер-сундук, во-первых, а во-вторых, ну, у меня реально дофига шмоток. Их уже просто некуда ложить, поэтому корды будут в конце. Поэтому смотрите видос до конца, реально. Получите вот такие ценные шмотки. Но мы тем временем немножечко изменим наше сообщение. Стоп. Откуда здесь крипер? Подожди. Нет, крипер, нет. Если вы забыли, ребята, это анархи... Я забыл стрелы. Да ёп, это что ж такое-то? Так вот, ребята, если вы забыли, то это анархия, и здесь криперы умеют взрываться. Показываю на примере, просто к нему подходим. Давай, взрывайся, криперок, и... Посмотрите, он просто от себя ничего не остаёт. Ну, короче, что мне объяснять? Он просто, ребята, взрывается. Короче, ладно, к чему я вообще клоню? Давайте напишем в чат ТП. Раздача у меня дома. Ливаю с Арис Майна. Ну, конечно, не ливаю, ребята. Если еще 11 числа будет глобальный вайп. Поэтому куда мне ливать? И еще 11 числа там открытие нового режима, где я буду постоянно играть. Поэтому, короче, ребята, всех вас жду. Ну, а пока просто пишем это сообщение в чат и просто ждем. Так, ребята, ко мне телепортируется какой-то чел СКР. Кр-кр-кр-кр-кр. В любом случае, ребята, мы... Давайте посмотрим инвентарь. Так, голенький. Да, окей. Очень мне он нужен. Еще телепорт... Так, ладно, телепортируем этого челика. Это у нас обычный алмазник. Да ё-моё, что ж такое-то? Ребятки, да ребята, ну что такое? Зачем вы телепортируете сюда? Я же как бы, ну, хотя они телепортируются на раздачу фактически. Поэтому, ладно, ребята, сливаем его. Это у нас набор гидры. Ладно. Предлагаю телепортироваться на спаун. И давайте этот набор гидры как раз я оставим вот здесь. Возможно, кому-нибудь она пригодится. Так, ну а теперь давайте посмотрим, какой у меня баланс. А баланс у меня... О, кстати, ребята, телепортируемся на вармаркет. Нам как раз не хватает на зелье силы 2. Оно нам как раз сейчас не помешает, потому что сейчас я буду принимать только каких-то жесточайших челов. Потому что, ну, как бы, обычные за 0 мне... Почему я не могу купить? Обычные за 0 мне вообще не нужны. Нужны какие-то за 2, хотя бы за 3. Поэтому что мы делаем, ребята? Пишем хом 1 и давайте немножечко поменяем наше сообщение, потому что на этой раздаче телепортируются, ну, в основном голенькие. Короче, ничего лучшего, чем вот это сообщение, я не придумал, поэтому отправляем его в чат и просто ждем. О, ребят, телепортируется чел. В любом случае, ребята, давайте посмотрим его инвентарь. Это у нас какой-то килломастер у него. Да что такое, блин. Я только, ребята, сказал то, что я не буду принимать челиков голеньких, как мне телепортируется чел. Ладно, ребята, принимаем его, быстро его пихаем и... Подожди, у него тотем, мне Габелла. Хотя, подождите, ребята, не все так плохо, у меня же есть зелье силы 2, поэтому мы его забиваем. Немножечко хаваем яблоко. Он мне, ребята, очень много наносит, но в любом случае, мне нужно снять ему хотя бы один тотем. Поэтому, братан, извини, сегодня не твой день, поэтому мы его тебя снимаем тотемчик. Да сколько тебе можно бить, алло, давай.
Братишка! Да, все, ребята, минус АТМ хорошо. Есть! Тетиву натягиваем! Давай сюда! Братан! Блин, ребята, у него перки есть! А это уже очень плохо. Но мы в любом случае, ребята, добываемся один блок. Вот так пока нас пинают, потому что блок, ребята, конечно, я не добыл. Немножечко мы тоже подпинываем, чуть-чуть совсем капельку. Все, ребята, минус АТМ. Куда ты лезешь? Братан, скажи, куда ты лезешь, реально? Но мне, ребята, нечем хилиться. Вот, последний стейк остался и. Блин, не-не-не-не, подожди, ребята, кидай перку туда быстрее на нашу ловушечку. И самое главное, ребята, просто смотрим назад и. Так, он пока что не телепортируется, подожди. А нет, ребята, телепортируется, блин, все, ставим блок. Есть. Да, есть, все, братан, до свидания. О, он умер. Yeah, baby. Так, что ж, ребята, быстрее Home 2, пока не исчезли его ресурсы. И, ребята, внимание. О, стрела. Внимание, что это было за ресурсы? Посмотрим, это у нас была... За тройка, ребята, это наша первая запаска, которая практически такая же, как моя. Подожди, не практически, а вообще такая же, как моя. Отлично. Уже можно не бояться встрать мой кит, потому что у меня есть в Эндерсундуке такой же наборчик. Так, ладно, ребята, ко мне никто почему-то не телепортируется. Видимо, все, топеры у нас закончились, поэтому телепортируемся на варп-маркет, потому что я выбил свое зелье силы. А без зелья силы вообще как-то, ну, не ахти. Ну и у меня есть 2000 долларов, поэтому быстренько покупаем зелье силы. Вот таким образом, отлично. Ну и снова ждем. Да ладно, кто-то телепорт... Подожди, стоп, давайте посмотрим сначала его инвентарь. Кто-то телепорт... Да, блин. Ну что за бред? Ребята, я прождал больше где-то 10 минут. И какой-то жесточайший чел телепортируется. Почему? Почему такой жесткий чел? Я еще поставил блок, подожди, стой. Стой, все, ребята, блок есть, хорошо. Самое главное, то, что есть блок. А, подожди. Ага, все, есть. Йоу, сколько мне наносит? Подожди, братан, я не готов так много. Блин, это жопа, походу. Ладно, ребята, забиваем. Как раз-таки зелье силы нам оно сейчас понадобится. Нам нужно снести хотя бы ему один тотем. И сколько я ему наношу? О, подожди, я ему хорошо наношу. Минус тотем. Хорошо, ребята, хорошо, идем. Давай. Стрелу, быстрей, давай еще. Блин, надо следить за своим здоровьем, еще он мне еще загасит. Подожди, 4 серии. 2,5. Подожди, братан, не так быстро, подожди. Главное, ребята, сейчас ввести его немного в доверие, то, что здесь действительно ПВП, потому что... Мне не телепортировалось около 10 минут, даже больше. И я не хочу просрать этого челика. И мне нужно его 100% его загадить. Поэтому, братан, давай. Минус еще один тотем надо тебе дать. Хотя, блин, меня сейчас сольют, походу. Давайте продолжим уже ПВП в ловушке. Поэтому бежим на нашу ловушку. Да, ребята, он за мной, хорошо. Его немножко таргетим луком. Вот таким образом. Давай, беги за мной, ребята. Просто у меня очень мало сердечков. Но, главное, это просто подбежать сюда. И такие делаем вот так вот. И, да, братан, но, как это я ожидалось, он не умер, но и выбраться он толком оттуда не может, хотя там нет привата, но я думаю, не догадывается, что здесь нет привата. В любом случае, прыгаем к нему, просто перочку так кидаем, здорово, у нас, ребята, есть еще силка, поэтому у нас есть все шансы его слить, поэтому, а, подожди, ему снялся тотем, ребята, ему снялся тотем, это очень хорошо, поэтому мы просто гасим, мы его сливаем и получаем Тотем получили, yes! У меня, ребята, уже просто голос сел, просто эмоций ноль. Точнее, эмоции огромные, но я просто, ребята, из-за голоса эмоций ноль. Реально, у меня за четверка. Ребята, мы добили своего. За четверка за серию. Камон, ребята, за это лайк, подписка, колокольчик и комментарий. Я правда не знаю, будет ко мне еще телепортироваться, либо же нет, потому что я действительно прождал очень большое количество времени, чтобы ко мне этот чел телепортировался. Да ладно, ребята, ко мне телепортируется Федор, и у него... Ой-ой-ой-ой. Набор Арис! Подожди, все, сразу принимаем, ребята. Это игрок. Это говно, это игрок, ребята. Это по-любому будет какой-то читер. Я уверен, откуда у игрока... Ладно, ребята, просто не будем просто, ну... Что не будем, я буду. Ладно, ребята, посмотрим на его удары. Посмотрим, как он меня будет бить, потому что, ребята, все-таки не все игроки с читами. Но, блин, ну посмотрите на его движение. Я не знаю. Пишите, ребята, в комментарии, как вы думаете, читер он или нет. Хотя он, грубо говоря, промахивается, поэтому даже, ребята, не знаю. Но, в любом случае, но он не отталкивается. Ну, о чем я и говорил, камон. Ладно, хаваем яблочко. У меня нету силки, у меня нет ничего. Но зато, ребята, у меня есть лук, который... Но он не отталкивается, камон, что за бред? Вот почему реально практически все игроки играют с читами. Ладно, ребята, это уже, как бы, я, ну, не отвечу на этот вопрос. Главное, просто мы раздаем перочки. Потому что я снова забыл, блин, блок взять. Берем блок в ручку и просто, ребята, быстро, просто супер быстро нашу ловушку. Вот так вот ставим блок сюда, воп, прыгаем сюда и... Да, Федор, до свидания. Все, ребята, он летит, он, конечно, не разбивается. И теперь самая сложная часть. А именно, мы прыгаем прямо к нему, вот такие 360 делаем, так, оп, здорово. И просто, ребята, максимально его начинаем таргетить. Он не отталкивается, ему пофиг, но, ребята, нам тоже пофиг. Мы начинаем его просто жестко комбить. Сколько я ему наношу? Подожди, сколько я ему наношу? По сердечку. Ребята, в принципе, он мне практически ничего не наносит, поэтому... Ладно, ребята, у меня очень большое комбо. Уже у него мало сердечков, у него пол остается. У нас есть все шансы его слить, поэтому... Давай сюда.
А, у него тотем еще есть. Подожди, братан! Откуда у тебя еще один тотем? Мало того, ребята, у него еще есть бафы, поэтому, блин, будет очень проблематично его слить, но. Давай, 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 еще тотем! Да! Подожди, надо хилиться. Быстро, быстро, ребята, хилимся. И давайте уже просто его зафигачим. Главное, тотем. Тотем взять ручку, чтобы на всякий случай перестраховаться. И, ребята, у него. Молодечко, давай! Чуть-чуть, 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 давай! Мы его сливаем. Мы его слили! Yes! Yes! Так, смотрим, ребята, что это за шмотки? Это у нас был... Йоу! Практически погодственная броня, ребята, но ничего страшного, это... Значит, это четверка. Набор Ариса. Мне еще в Телеграм кто-то пишет. Офигенно. Фух, ребята, все, мы достигли своей цели. Как бы у нас есть реально все. Поэтому, что мы делаем? Мы залезаем в нашу эту коморочку, складируем наши все нагриферные шмотки вот сюда, и также снимаем с себя всю броню. Вот сюда вот кладем, и вот, корзаты, идите, гриферьте меня, даже из Эндерсундука все сложу вот сюда. Ну и переходите на два видеоролика, которые видите прямо сейчас на экране. Они получились не менее интересны, чем этот. Также не забывайте то, что 11 числа будет глобальный вайп, также добавление нового режима, на котором я буду постоянно играть. Ну, не забывайте про лайк, подписку, колокольчик и самое-самое главное, комментарий. Да, мне нужна ваша, ребята, активность, нужен ваш фидбэк, поэтому оставляйте комментарии. Также самое главное, это колокольчик. Играл на Рисмане, с вами был Фриз. Всем удачи, всем что? Правильно. Пока. Спасибо за просмотр. Пока-пока-пока.